Добрый день, уважаемые слушатели! Сегодня я хочу вам рассказать о французском композиторе Камиле Сен-Санте, а более подробно хочу рассказать о его сочинении «Карнавал животных». Камиль Сен-Санс – это французский композитор, который родился в Париже 9 октября 1935 года. Сен-Санс сочинял во всех современных ему музыкальных жанрах. И среди наиболее часто исполняемых сочинений – это сюита «Карнавал животных», которая была написана в 1887 году во время отдыха в Австрии. Композитор задумал эту музыку как сюрприз для концерта. И первое его исполнение состоялось 9 марта 1886 года. В нем принимали участие флейтисты, кларнетист, контрабасист, для которых композитор специально написал сольный эпизод. Считая это произведение лишь музыкальной шуткой, Сен-Санс запретил издавать его при своей жизни, не желая прослыть автором несерьезной музыки. Единственная часть сюиты, которую Сен-Санс разрешил издавать и исполнять, это пьеса «Лебедь». После смерти композитора партитура «Карнавала» была издана целиком. «Карнавал животных» наполнен юмором, иногда переходящим в сатиру. В его частях зачастую содержатся пародии и цитаты из известных музыкальных произведений. Высмеиваются человеческие пороки, либо просто ведется подражание голосам животных. А сейчас вы посмотрите замечательный фильм французских режиссеров, в котором используется музыка Сен-Санса «Карнавал животных». Значит, части, которые вы услышите, это интродукция «Королевский марш львов», «Курицы и петухи», «Антилопы», «Черепахи», «Слон», «Кенгуру», «Аквариум», «Персонажи с длинными ушами», «Кукушка в глубине леса», «Птичник», «Пианисты», «Ископаемые», «Лебедь» и «Финал». До новых встреч! До свидания! Производство компании «Камера Люсида» при участии «Франс Телевизион» и Филармонического оркестра «Радио Франции». «Карнавал животных». Музыка Камиля Сен-Санса. В фильме участвуют Мюнг Вун Чунг, Смайн и Райан Файрус. Райан, тебе подарок. Нравится? Да. Днем школа, вечером карнавал животных. Режиссер Энди Сомер, художник Эммануэль Чукрель. Понедельник. Лев. На ночь лучше не придумаешь. Значит, лев. Он еще в пижаме, просыпается с трудом, но делать нечего. Месье приходит в себя. Глаза заспаны, грива растрепана. Он направляется в ванную, умывается, чистится, прихорашивается. Да, царь зверей должен выглядеть на все 100. А затем лев сразу отправляется на карнавал. Thank you.
куры и петухи. Влюбленный петушок бегает за ней, а она несет ему яйца. В кои веки без перепалки. Безумная любовь и бешеные страсти. Ссорятся и мирятся, кудахчут и кукарекают. Курочка-красотка и петушок приглядывает за ней и своими цыплятами. А самое интересное, не ослики и не лошади, это антилопы. Да-да, быстрые, как ветер. Они без устали летают, летают, летают по степям. Так быстро, что даже облакам не догнать. Только ветер дружит с антилопами. И вместе они вечно скачут по равнинам и долинам. Вот это свобода. Их поймать. Знаешь, попытаться можно, потому что ни за что на свете антилопы не испортят большой карнавал. Черепаха. Та на малом газу. Не торопится. Все потихоньку. Идет медленно. Как заводная игрушка. Опаздываю. Все уже собрались. Среда. Райан, ты уже лег? Уши по ветру смотрят высоко, бегает быстро.
Voici le pachyderme. Толстокожий. C'est l'éléphant. Слон. Смотри. Il va rejoindre la terre. Сейчас усядется на землю. Un petit quart d'heure, il pose. Так медленно и тяжело. Son gros, как король. Derrière. Теперь кенгуру. Кенгуру. Неутомимый кенгуру догоняет мадам. Прыжок, подскок и снова прыжок. Алло, 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 позвольте представиться, сардина, в масле? Нет, в воде. Да, забронируйте, пожалуйста, на сегодня 3 места в воде с хорошим видом на соль. Хотя нет, на всю гамму. Си фасиля мире. Спасибо.
четверг. Ослики, шутники, смеются и кусают друг друга за бородки. Строят рожицы, пересмеиваются. Дуэль на шутках. Кто победит? ИА. Это они смеются. Кукушка вдруг кукует свысока. Все видно, всем куку. Не кувыркнуться бы кукушке с такой-то высоты. Нет, она понимает. Когда высоко не усидишь, надо спуститься и быстро вернуться. И куку. Конец шалостям. Полетали, пора возвращаться в вольер. Под ясное небо. Соловей, розовый фламинго и другие ветреники все здесь. Вот-вот начнется телепередача о карнавале.
Пятница. Пианисты командуют черными и белыми. Импровизируют или играют по нотам. Пальцы бегут резво, как в упряжке. И вуаля, рождаются созвучия. Вдохновенные творцы, они гармонизируют, сочиняют, поют и очаровывают наши пять чувств, чтобы все объединились в одном вечном пристанище детей всего света. В мире. Смотрите. Смотрите. Композитус музыкалюс. Из семейства ископаемых позвоночных. В быту известен как глава Оркестратум филармоникум. Очень редкий вид. В 1874 году раскопали важное произведение классической эры. Спрятавшись в яме оркестратуса, этот homo творческус извлек из ценных находок несколько уникальных вещей и даже знаменитую «Пляску смерти» — произведение досимфоническое, которое он превратил в наш музыковедческий карнавал. Но тише. Суббота. Рядом с прудом, под пальмами, появляется лебедь. Поспешим, он нас зовет. Смотри.
Воскресенье. Что за толпа там вдалеке? Это наш друг слон. Через несколько минут он разместится в почетном ряду под звуки лебединых фанфар, аккомпанемент сардины и ее водяной группы. А вот и кенгуру скачет. А кукушка устроилась в ложе на балконе, уже любуется великолепной процессией. И через несколько мгновений начнется праздник под добрым взглядом великого Камиля. Нет. Райан, довольно. Райан, хватит. В фильме использована сюита Камиля Сен-Санса «Карнавал животных» в исполнении музыкантов филармонического оркестра Радио Франции. Дирижер Мюнг Вон Чунг при участии Смайна и Раяна Фаруза. Художник Эммануэль Чукрель. Продюсер Жан-Стефан Мишо. Оператор Кристоф Грайо. Режиссер Энди Соммер. Фильм озвучен студией СВ «Дубль» по заказу ГТРК «Культура».